Сборной Англии, посмотрите, он забивает, ну! Опасное движение, казалось бы, сейчас ему уже побежал. Вы себе представляете, как важен этот гол. Уходит вперед. И послал на... Тем не менее, он наносит удар спокойно. Англичане зарыцали. Открывает счет. Я думаю, что это... Ну что ж, вот Бобби Робсон еще добавляет. Не играет. Не хотели бы возвращаться в Никер. Помощники, там дальше начальник сборной. Нечаянно ударил по ноге Михаличенко. Затем о Гарри Линекере небольшая заметка футболистов по сборной Англии, которые тепло. Ну вот так вкратце. Ну и здесь же снова арбитр разрешил выйти доктор левого крайнего. Парнс прыгает. Чанов, цели. Олег второй. Это Протасов. А Лев поединка с ирландцами. Красный пас Дастин выходит из Пиланов. Вратарь, да, вратарь все-таки по месту. Ну, пожалуй, где речь идет. Здесь... Побыстрее, если бы нанес удар английской команды и уже заранее... А дальше уже было делом техники. Контратака сборной. Его отчаянную попытку все-таки... Ну, надо прострелить! Таким вот углом. Бил он дальний угол, тут и защитники. На тяжелый поединок, хотя они сами это прекрасно... Конечно, в дальний угол было невероятно трудно. И ворота. Вышел от Биланов, забивай. Ну что же, ты так решил. Вратарь тем более остановился на полный момент. Интересный фрагмент. Давайте. Ура, ура. Вот, а? Вот это и... Скорость, сэр, надо забивать. На третьей минуте бывает этот конкурс. Кто быстрее забьет? Ну, Литовченко матч пропустил со стороны советских футболистов. Речь разных спорных команд. Два поражения наших. Я полистал еще программку. Адам из Арсенала посылает мяч все. Нашу такой счет в матче сборных уследили. Головой все-таки на подготовку к чемпионату мира 90. 1-1. Гол Бобби Чарльтон. Ирландия, счет не открыт, да? Счет не открыт. Раз. Длинная передача в направлении. Бобби Робсон. Литовченко бьет сильно. Конечно, он подвергся критике. Но Боб Робсон, давая интервью, но мяч пролетает мимо. Поиграли в футбол немного, неподалеку от гостиницы. Барнс. Красный пас. Дастин. Не дотягивает нашу команду. Так, давай. Ну что, будем считать, что взять игру надо было на себя. Перекладин, тише, Протасов, Протасов. Да, футболисты 1-1. Надо поднимать мяч, да, точно. Удар поворотом, гол. Передает Михаилович. Советского Союза на Вальдштадионе во Франкфурте. Все задумано верно было, в разрез. На левый фланг, на правый или... Один. Аплодисменты зрителей, игры нет, Биланов, ну-ка по пути. Еще в случае, когда открывается наша зона. Другое. Пас. Опять-таки хорошо. И снова аплодисменты. Голландия, Голландия. Удар издали. Не сильный. Аплодируют даже английские фанаты. Пас Биланову. Бил прочно отработал мяч. Уйти от центральной площади. Подача. Василий Рац. Сенсон подает. Протасов набегал. Снова ход, уход в штрафную площадь. Заваров бьет издали. Мяч летит. Игра началась 15 часов 30 на СССР. И вот, так сказать, как мы говорим, жительный для нас результат.
Это тяжело играть. Обратите внимание, многие площади, правда, сейчас правильно Робс. Ну вот тебе, Дарья. Этого нам еще и так все понятно. Они должны были раньше добиться успеха. Предупреждение. Сейчас таких семь. Передача врата. Имел очень много возможностей для взятия ворота с Утинском. Все чаще нам показывают Боберо. Я думаю, что судья на линии ошибся, так сказать, в нашу кабину. Вот опасный момент. Прямо в ворота не шел. Он усмотрел нарушение правил неверного со стороны английского футболиста. И трудная ситуация. Наш будет мяч в игру. Его обхватывает мяч. И тот как сильный удар. Дело англичанина на ногу. Дальний угол нанес удар, попадает на правом фланге. Чем? Сборник Ирландии и Голландии. И у нас тут пауза. По штрафной опасный момент. Кто же будет полуфиналистом? Повтор этого момента. Он отправляет мяч на голову. Ставит сборная Англии. Пас налево. Игроки из центра. А у нас угловой подача. Протасов делает, уходит, удар, рывок, и вот посмотрите. Здесь удобно. Это все закономерно. Подал, застаивать его, поразить ворота никак не могут. Большим числом мир. Наши контратаки выполнили наши команды. Достаев выходит из ворот. Такая игра не нужна. Не стали. Резко. Могут их такие команды давать и нарушили правила. Был голевой момент, но тем не менее. Достаев в игре. Хорошо. Достаев выбивает мяч. Только кулаком надо было отбить и отправить. Та же навесная передача Тасаев. Молодец. Из-за этого. Мяч. Раз оказывается. Сильно бьет вдоль ворот. Такая затяжная контратака. Как силы вдоль ворот. Мяч. Боже, что там то ли пасунька был, то ли... Это уже концерт. Просто напрасно. Дара не набрасывает мяч в штрафную площадь, не игры, получивший мяч с английским футболистом. Сжимает плечами справа, колено. Да, речь во второй тайм сборных. Утверждает, что только хуже. Вот сейчас удар поворотом. Рок и Зейнховена, вышедшие на замену. Ну, об этом чуть позже. Атака сборной Англии. Хорош. Хорошо играет английский футболист. Удал сильный вдоль ворот. Но и Протасов при этом нарушил правду. Сам угловой флага за пределы поля. Бьются до конца. Вот подача. Достаев выходит из ворот. Игрок отбивает мяч. Это Гусманов. Не отбивает. А он ведь так здорово. Да, рассекли, наверное, броки были наши. Заканчивается последний. Надеется на штрафную площадь. Диагональная передача из Достаева выходит из ворот. И угловой флага за линию ворот. Угловой пас. В Гамбурге. В Гамбурге.